Еще с 2016 года в нашей стране стало возможным узаконить свои отношения за сутки. Так называемый экспресс-брак. Этим сервисом теперь могут воспользоваться и жители белого города на Днестре. 19 мая в Центре обслуживания граждан состоялась первая подобная свадебная церемония. Теперь всем жителям Белгорода-Днестровска, будущим мужьям, женам не придется больше ждать месяцами, находиться, стоять в очередях. Они смогут в тот же день, за час, официально зарегистрировать свой брак с помощью услуг Центра обслуживания граждан и, конечно же, не без содействия Министерства юстиции, с которыми мы плотно сотрудничаем и с местным управлением, и с главным территориальным управлением в городе, областным и так далее. Документы нужны самые простые – это паспорт, идентификационный код. И, в принципе, если ребята раньше уже были состояли в браке, то свидетельство о расторжении брака, и все. Эта услуга обойдется местным жителям при проведении в дневное время 2000, а после 16:00 – 3000 гривен. Министерство юстиции заверяет, что все поданные документы проходят тщательную проверку в реестре, и факт двоеженства будет сразу предотвращен. Город Белгород-Днестровск был добавлен по совместной инициативе Главного территориального управления юстиции и Центра обслуживания граждан, и в связи с востребованностью этой услуги в этом городе был добавлен Министерством юстиции в проект по предоставлению этой услуги. И сегодня мы с радостью прибыли сюда для того, чтобы поздравить первых почетных молодожен, которые обретут услугу брак за сутки. Невозможно переоценить то, когда сервис предоставляется качественно и быстро, когда нет необходимости ждать, особенно в сложных условиях. Вы знаете, у нас область находится рядом с морем, и в самом Белгород-Днестровске очень много моряков, и естественно же они сталкиваются с тем, что иногда не успевают организовать свадьбу вот в эти сжатые сроки, когда находятся на берегу. Виктор и Виктория стали первыми в Белгород-Днестровском, кто решил расписаться за сутки после подачи документов. Новоиспеченные молодожены вместе уже более 6 лет. Получается как? Мы планировали роспись, но не знали, то есть надо было ходить, узнавать. ЗАГС первое в Белгород-Днестровске закрылся, здесь старое вот место. И мы по интернету, нашли рекламу, позвонили, поднялись сюда, вот, и спросили, нам что подсказали, это? Да. И, в принципе, все быстро вот, сделали. Да. Мы, в принципе, и обратились в это агентство, потому что здесь все просто, быстро, и нам этот вариант подходит. Да. То есть это, в принципе, наш вариант. Мы не хотели, да, большую. Если кто свадьбу, хочет, допустим, какую-то тихо, свадьбу, мирно, там, и все. Да, это можно и подождать, подготовиться. А мы утром встали, давай, да. И пошли, сделали. Вновь созданную семью с официальным оформлением брака пришли поздравить представители власти. И, конечно же, родители, которые на протяжении долгих лет подталкивали ребят к этому шагу. Шок был однозначный. Был шок из-за того, что позвонили в среду и сказали, я на работе. А они мне говорят, мам, у нас в пятницу торжество. Нас будут поздравлять, у нас будет... Все, мы все. Все бросили, за 2 дня решили. Конечно, настаивала, я хотела. Я им сказала, так, в четверг приезжайте, быстро платье купим, костюм купим, в ресторан закажем, все быстро сделаем. Вот и отказалась. Я рада, что они все-таки решились. И желаю им, чтобы они были счастливы. И любили и уважали друг друга. Чтобы не слушали других, не принимали чужих решений. Наоборот, свои решения, чтобы были. И не позволяли даже кому-то решать за них что-то. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.